Тишь да гладь. Все уже подо льдом. Интересно, здесь есть что-нибудь там типа... Ой! Ой! Вообще, ну, гора просто. Я неплохо, да, вышел? Да-да-да, вы говорили, там нужно, значит, зайти налево. Да, и раздевалка какая? Женская. Раздевалка женская. Ключ брать, да? Пока возьмите, но этот... Сейчас подождем инструктора. Обушки, обувь есть с собой? Да, тапочки есть. Переодевать тапочки на проходной вперед. Да. Ты же не оденешь потом чужие. А вы по лесенку. Шубы одевают, да? Пакет и уходят. Семен. Саша. Привет. Я чемпион мира по вейку. Индор. Индор? Да, индор. Он только с трамплинов умеет очень хорошо прыгать. Да, расскажешь, как начинать? Как начинать? Да. Ну, на вейке будешь кататься. А вейк это что? Ты на вейкборд пришел? Нет. Ну, вот он меня потащил, блядь, говорит, сейчас ты на вейке научу кататься, я подожди, как выглядит. Кстати, я ни разу не пробовал вставать на вейка, а сегодня планировал научиться хотя бы вставать на воду. А Сашка уже имел опыт, и его задача была попробовать вспомнить, как делать трюк под названием бэкролл. А что, они такие обрезанные дул, что ли? Прокатный, да. Ну, это все женские, да? Женский вон. А, вот это. Я ее беру. До конца не понимаю, что мы сейчас будем делать, если честно. Но это вид спорта. Вид спорта называется вейкборд. А вот себе остаться, скажи, я не знаю ничего. То есть для меня вот это сноуборд для меня. Ну, сноуборд. Это сноуборд только для жидкого состояния. Он уже давно в лыжах? Я когда-то давно, очень, я прям, ну, не сильно занимался, но я ходил сюда, ну, раз пять, наверное, может быть, 10 даже. Трюк, у меня вообще ничего не получилось. Вот, но он только испачкал бассейн. Да. Окей. Передняя нога прямая, задняя чуть присогнута. Здесь полностью вот, таз прямой. Вперед. Вперед. Да. Поехали. Давай софируем. Поехали! Прям с ногами. Я, говорит, чемпион. Да я рожден с доской. Да я со второго класса. Подожди, пока она прям сама полностью. Я заснял, я заснял! Понял, говорит, понял. О, поехал! Поехал! Сейчас, я буду жарко. Вот прям оттуда снимай.
Доску сломал. Посмотри, что творится. Куда он? Ломальный? Да. Я в свое время посмотрел вот это вот видео. Заболел вейкбордом. Ну, правда, ненадолго, на полгода. Вот. Потом я заболел триатлоном. Вот. Но вейкборд мне очень нравится. И вот я прям кайфую. Мы вот только что занимались вот здесь вейкбордом. Вот. Я разучивал очень сложные упражнения. Там вот переворот, кувырок, сальто двойной, тулуп. Вот. Я все это разучил. Вот. Но мне сказали, что это все неправильно, потому что вот профессионалы пришли и сейчас будут делать здесь вот упражнения. Вот профессионал. Вот можно мы вас подснимем? Ну, имеется в виду. Саш, ну, можно тебя подснять? Ну, короче говоря, межсезон. Да. Надо пробовать разные другие, я бы сказал, кросс спортивные мероприятия. Вот. Не только бегать, плавать, велосипед крутить, но еще и дурака валять. Как вы поняли, Александр уже... Ну, я профессиональный вейкбордист, да, я родился, так сказать, на доске. На ногах, да. Да, да. Мне понравилось. А мне не очень, у меня трюк не получился. Да. Рекомендуем. Да, а еще прикинь, там телевизор висит, видишь, с антенной. Ладно, пойдем. Кстати, антенна на телевизоре.